Вот так мы начинали. Первые наши вольеры. И вон туда. Лохматая душа расстраивается. Мы расстраиваемся. У нас получается несколько линий рядов. Друзья, у нас опять нет корма. У нас опять нет корма. Я прошу вас, отзовитесь. Что, мои золотые? Наверное. Мои красивые. Мамины, ты козленок. Мамин козленочек, хорошечка моя. Мамины. Привет. Привет, ребята. Привет. Ну, старушка моя. Старушенцы. Мамина, Бригитта, ты вредная, да. Бригитта любит погулять у нас. Ай, мальчишка мой золотой. Да, мои зайки. Мамины. Все хотят, всем нужна травка. Мы стараемся рвать травку, обязательно. Завтра на кости мы дадим еще. У нас нет корма, друзья. Сегодня мы раздаем последний корм. Завтра у нас разгрузочный день. Это настолько страшно. Это правда страшно. Понимаете, ваша дружба – это наша жизнь. Ваша помощь – это наша жизнь. Ваше взаимопонимание с нами – это наша жизнь. Ребята, ваша доброта – это наша жизнь. Стою посреди приюта. Много сделано, очень много. Но я не понимаю, почему мы так легко забываем о тех, кто хочет есть. А это бездомные звери, которые без вас, без нас, просто погибнут. Они без нас просто погибнут. А, удрала. Эй, коза, иди сюда. Ты чудовище мое, иди сюда. Друзья, вот и вечер. Вечер в лохматой душе. Друзья, у нас нет корма. Мы разнесли понемножечку совсем. Корм только на сегодня. Больше 1000 собак. Ну давайте спасем их все вместе. Ну давайте, пожалуйста. Ведь не каждый может взять домой собак. Не каждый. А помочь смогут все. Они ведь не виноваты, что они родились. Они не виноваты, что они хотят есть. Они не виноваты, что в России нет законов. И они не виноваты, что так мало осталось добрых людей. Но неужели мы... Господи, неужели доброта – это вымирающий вид, а?